Что ты стоишь? Сесть. Хватит эти шуточки! Хватит эти выходки! Да, лучше поклоняться данности, да. С убогими ее мерилами, которые потом... Да, странности покажутся такими милыми. Да, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Ты читал это стихотворение Бродского, которое называется «Одиночество». У тебя была своя бенефисная история, которая тоже называлась «Лестницей». Да. Все выше лестница, все выше. Крутой подъем не знает жалости, и я в тишине так ясно слышу и детский смех, и хрипы старости. Поносил тебя Боженька на руках? Ну, вот мой директор уверяет меня, что я счастливчик, что очень многое мне далось просто за красивые глаза. Не знаю, красивые они или некрасивые. Но пока его нет, я хочу немножко ему возразить. Мне все давалось трудом. Я не помню, чтобы на меня сваливалось что-то, чего я уж совсем не заслужил. Я много работаю. И когда я ленюсь, я себя ненавижу. Поэтому ощущение, что на этой лестнице я просто парил, оно обманчивое. Просто я не хочу оставлять следов труда. Потому что это все равно, что толстые, тяжелые швы на, не знаю, на какой-нибудь кисейной скатерти. Не надо этого труда видеть. Но без труда мне и рыбка из пруда не ловилась. И для меня уже не важно, как долго длится время радости. И я смотрю уже бесстрашно в глаза и юности, и старости. Что показываем сегодня на эстраде? Мы на эстраде показываем нашего вечного эстрадного героя. Эстрадный герой — это человек, который прежде всего смешон тем, что он не похож на нас, как нам кажется. А не похож он тем, что он мельче, глупее, неуклюже. Обязательно нужно, чтобы было глупее? Ну, понимаешь, мы не можем переломать традицию, по которой человек смеется над... То есть смеется над глупостями, да, как бы так? Человек смеется над несоответствием миру окружающему. Уже звучит оркестр, осыпан выход мой салютами гвоздик. Сыграю, как могу, но я сыграю честно, и по-другому я признаться не привык. Пусть время и судьба не лучшие гримеры, по-прежнему кружит страстей водоворот. Над жизнью я шучу, без пауз и повторов. Сначала я над ней, потом наоборот. Ну, если с пропуском на эстраду мы разобрались, то пропуск на театральную сцену, наверное, не ошибусь, это, конечно, Роман Григорьевич Виктюк. Он не оформил его, подписал. Первые 7 спектаклей, начиная со студенческого театра МГУ, да. Это, конечно, Роман Григорьевич. Да. Еще одну ночь потерпи, надо как-то пробыть одному. Не сегодня, так завтра случится. Будет несколько тактов вступления. Орган процитирует Бах. Затем на хорал слетятся альбатросы и белые чайки. И холодное серое море будет биться о берег, как птица. И все те, кто тебя не услышал, будут плакать, кричать и молиться. И просить у Бога прощения, и просить тебя возвратиться. Но мы с Богом рассудим иначе. Это были замечательные репетиции. Он был в восторге. Он все время был в восторге. Он на некоторых сценах там был длиннющий диалог, где я просто
диалог, состоящий из того, что моя героиня говорит, а я просто молчу и курю. Он мог просто вот замирать и вот так вот смотреть, и все, ну, что они делают? Он говорит, что они делают? Как так можно? Это Виктюк-то, который вообще не может секунды провести, чтобы не орать. Кто для кого ангел-хранитель, Шифрин для Виктюка или наоборот, сегодня уже не разберешь. В любом случае, любовь к театру связала их навечно. Перестал себя стесняться. И через какое-то время я вышел на сцену театра Вахтангова, где Виктюк поставил «Я тебя больше не знаю, милый». И раздел он, тебя и с голым торсом выпустил. По пояс. Я почти весь второй акт работал. Ну, понятно, что не ради этого люди идут там в тренажерный зал, чтобы раздеться в спектакле. Ну, Виктюку не раздеть красивое тело. Но мне было, у меня уже пропала неловкость в связи с этим, потому что мой герой должен был нравиться, и он должен был нравиться Максаковой, которая успела меня за это время... ее героиня полюбить. Ой, я должен тебя убить. Нет! Ой, что за манера? Как ты посмел войти в спальню моей жены? Нет! Я хотел животное. Нет! Ой, скотина. Гони его. Ой. Гони. Вон отсюда, вон, и пусть только попробует переступить порог нашего дома. Ну да, уходите отсюда. Вон. Ой, мне нравится вот это вот. Чук-чук-чук-чук-чук-чук, кучерявый. Вот в чем отличие амурского школы бодибилдинга от нашей столичной. Они все делают так, как будто спешат куда-то. Мои тренеры учили меня вот это. Медленно себя. У нас тут энергия, ладно. Куда-то... Фимо, у вас экология засранная. Завелся. Пошла в сцену электрика. У нас тут энергия. Космос. Пошустрее. Заливай. Вот. Гениально. Поверим в этом ключ к вашему успеху. Фима, спасибо тебе огромное за то, что ты такой, какой ты есть, за твою человечность, за твою доброту, за то, что ты через много лет, приезжая в Благовещенск, в первую же секунду вспоминаешь людей, и что с ними там было связано, переключалось и так далее. Спасибо тебе огромное. И знаешь, напоследок, что хочется сделать? Поскольку ты два раза отметил мой шарфичек, и очень хочется снять его и тебе подарить. Я его простернул, погладил. И приготовил для тебя фильм. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе огромное. Спасибо, выключайте камеру. Наденьте ее вещи хоть на Ольгу Петровну. Я хочу хоть раз посмотреть все от начала до конца. А мне очень нужно только, чтоб снова был полон зал.